занят. Сторону. Меня от полномочий никто не освобождает. Ну вон идите в тот угол, там полномочия свои выполняйте. А ко мне близко. Помешайте. Близко не подходите, вон отсюда. Как сознательные граждане, мы обязаны. Вон отсюда, метр от меня. Метр от меня, я вполне серьезно говорю, метр от меня. Вон отсюда. Наряд полиции вызван. Они составят протокол, суд разберется. Вон отсюда. Первый разумный действие, который вы сделали. Наконец, и до вас дошел. Правительство докладывает о том, как чисто проводится выбор города в Саратовской области и пресекает всяческие нарушения. Вы разве не знаете об этом? Расскажешь, что произошло? Да, без проблем. Что случилось? Когда, во сколько? Ну, во сколько я по времени не назову, где-то уже минут 40 назад, может быть, чуть больше, было объявлено о жеребьевке политических партий на предоставление бесплатной информации в Саратовской областной газете «Регион 64». Господин Брызгалин объявил о том, что согласно постановлениям ЦИК и закону, то если представители политических партий отсутствуют на жеребьевке, то он берет на себя функцию вытягивать за них конверты, соответственно, с размещением данной бесплатной площади. Он подошел, время подошло очереди ПР Парнас партии, объявили о том, что представители отсутствуют, Брызгалин сказал, что он возьмет сейчас за них эти конверты. Подошел к данному столу. Здесь вот разложены четыре стопки. Вот. С каждой стопки он должен взять по одному конверту. Вот. С первой стопки было взято два конверта. Со второй стопки он взял один. Когда я сказал, что вы взяли два конверта, он рукой придавил конверты к столу и сказал, нет, один. Когда уже подошел народ, раздвинули его руку и увидели, что там три конверта, а было взято только из двух стопок, то есть уже нарушение, так как из третьей, четвертой стопки ничего не бралось, он начал говорить о том, что он ошибся и так далее. Его сразу отодвинули от стола, сказали, что это нарушение, вызвали наряд полиции, пошли к соседнее здание господин Точилкин. Точилкин, как пояснил секретарь, находится на заседании в правительстве. Вот сейчас мы ждем, когда прибудет сюда наряд полиции, составит протокол о правонарушении. А вы скажете, что-нибудь видели? Что-нибудь? Нет, видел, потому что я уже отжеребился и пошел регистрировать свои бюллетени. Что ты мне докажешь?